Всем привет! Мы продолжаем проходить Gears of War, третью часть. Значит, у нас тут второй акт, но он почти заканчивается, и нам по сюжету нужно будет украсть какой-то здоровенный дирижабль в виде мозгов. Вот, ну что, поехали. Так. Вон они где. Это у нас десантники королевы, да, по-моему? Слушай, ну серьезные дядьки. Я бы вот так, наверное, да, ящики в эти разнес, чтобы они там не прятались за ними. Вот, и второй аркиз. Нормально, идем вроде. Это там второй еще должен быть. Третий, точнее. Почти. Они ракетами швыряют. Могут быть опасны. По-моему, он еще жив. Да, вон он там крадется. Просто потому, что он ползает. Ползучая тварь. Еще кто-то есть. Блин, давай пушки посмотрим. Патронов-то немного осталось. Что-то мы как-то на этот замес нарвались так неплохо. Ага, но они с другой стороны, вон там вот слева. Давай-ка мы тут встанем. Он, кстати, там под себя гранату кинул, идиот. Там и второй, по-моему, сам себя подорвал. Но это не точно. Не, он там бегает еще. Вон он там ходит. Может быть, патроны поискать? Вот, вот и патроны. Пригодится. Я думаю, второго уже контейнера не будет тут. А чё вы все сюда-то плетесь? Пошли воевать. Дезертиры какие-то. О, он как раз к нам подошел. Он с дробовиком, что ли? Он мое укрытие разнес, падла. Все, хорош. Эти только сюда прибежали. Так, давайте потихонечку. А что ты полез дурного чувака-то пилить? Вот это было зря, по-моему. Там пулеметчик, а давай-ка мы его обойдем. С фланга попробуем. Тихо, иди сюда. Кстати, таких жуков еще не встречалось. Ё-моё. Неугомонный какой. Еле запинал его. Ну вот и патроны. Прямо потихоньку на мягких лапках к нему подойдем. К этому пулеметчику. Где он? Вот он. Слушай, тут их много. Куда он делся-то? Я знаю, что эти товарищи раньше портоваться умели. Вроде подох. А это у вас пулеметчик, да, был? Все, последний. Готов. Так, все чисто, идем к башне. Ага, вон туда. Чисто да не чисто, давай патроны сначала поищем. Мне ж так просто эту башню не отдадут. Это что у нас? Дробовик. Не то. Ну и у этих, в принципе, друзей тоже. Вряд ли можно что-то подходящее насчет винтовки найти. Короче, как обычно, без патронов. Вот здесь еще немножко есть. Ладно, поехали. Открываем. Да-да. Я восстановимся по боеприпасам. Нам придется разобраться с королевой после этого, говорит. Да, чтобы все закончило, нам нужно будет разобраться с этой сукой.
Разберемся. А что, мне типа патронов больше не надо? Ну, вы даете. Вот, на этот-то нужен. Давай-ка мы, наверное, сначала с оружием саранчи пойдем. Потом, как патроны закончатся, тогда уже будем наш этот лансер использовать. Посадочная башня. Так, собираемся. А чё, никого нету? Угу. Ну ладно, пойдем до лифта. И... Времени больше нет, хватай эту хреновину и сматываемся ко всем чертям. Я пока поберегу патроны. Как нам туда добраться? Так вот берешь и идешь туда. Только ее надо как-то посадить. Я вообще не вижу, по кому стрелять. Может быть, нет. Это запчасти от лифта. А кто бьет-то по нам? Вон там, да ё-моё. Мы сейчас все тут ляжем, по-моему. Поднимайте, чё? Забудь, говорит, о боли. Да, а как его посадить? О! Здорово! Бля, все лежат. Почти. Один остался. У нас больше тупо. Мы сейчас их числом возьмем. Я ему в голову попал. Ништяк. А он будет как-то высаживать. В чем? Война там тушку как колбасит. Так, а что делать-то будем? Вот, опять. Он, наверное, не приземлится, пока мы здесь не перебьем. Все, попытили. Я, пожалуй, бегаю, патронов возьму. Не буду уж до последнего терпеть. Они прям со всех сторон, а? И гранатами кто-то херачит. До свидания. Слушай, по-моему, он ниже, да, стал. Короче, эта штука опускается. Давай-ка я за колесом сяду. Друг на друга, они сами себе мешают, по-моему. Все? Кто-то еще же должен быть. Вон он там на корме где-то тусуется. Пулеметчик, падла. Правда, он залип. Я гнусно этим воспользовался. Так, давай мы сначала патроны возьмем. Наши вон там все по углам сидят, вообще ничего не делают. Все. Работало. Выбираемся отсюда. Это, видимо, для балласта. Больше я бюджетными авиалиниями не летаю. Дамы и господа, если вы посмотрите направо, то увидите врата наковальни. Прекрасный старинный город Анвигада. Он прекрасен, не правда ли? Даже Сэм говорит, что это чертова дыра. Реально, дирижабль на мозг больше похож. Твой отец в мире, Маркус. Как пить дать? Теперь она знает, что я иду за ним. Мира, я так понимаю, это королева местная. Странно, как может быть человекообразная баба? Здорово, Паш. Как может быть человекообразная баба
королевой быть у саранчи. Я что-то от этого до сих пор не могу. Она еще во второй части, кстати. Ну ладно. Воздухе. Я походу за турель, да, надо будет вставать. Ребята, не шалите, а то в угол подставлю. Бэт, когда наша рация начнет брать врата наковальни? Похоже, осталось меньше полпути. Может, Хоффман кофейком угостит? Ага, и печеньками. Но турелей полно вокруг. Можно хоть это, не знаю, две армии завалить. Кажется, там кто-то попал в передрягу. Ну давай. Кто-нибудь меня слышит, это фура 54. Экстренно нужна помощь, иначе мне кранты. Ну давай, постреляем. Не может быть, Дизи, неужели это ты? Маркус Феникс, разроди меня гром. Где ты, сынок? Пишем к тебе, Дизи. Видишь еще одну баржу? Это мы. Угнал саранчевую баржу, что ли? Ну ты мужчина, Маркус. Мужичина, хе-хе-хе, держись, старина, мы их отгоним. Погоди-ка. Так, ну давай стреляем, чё. По-моему, просто по барже надо выпить. Вот, минус одна. Так, вторая должна откопытиться, только, наверное, чуть-чуть повыше надо брать. Вот. И вторая улетела. Ого. Окей. Как-то несложно это было. Берт, отпусти-ка эту хреновину поближе к земле, нам нужно сойти. А то вдруг она решит улететь без нас. Так, спасите Дизи. Но мы должны этот блокпост захватить стопудово. Так, гадалки не ходи. Минус один. Второй. Так, подожди, давай перекурим. А то что-то мне прилетело. Пониже. А, он вылезет. Он прям с угла окна торчит. Ай, хрен с ним. А тогда вот этого попробуем. Ривер. Ну, Риверу достаточно просто в морду шмалять, пока он не взорвется. Или я пока не взорвусь. Ну, вроде нормально. Его еще всадник должен слезть. Не подох. О! Улетел. Улетел, но обещал вернуться. Где-то еще у нас тут сидит парочка. Ну, один точно наверху, второй, возможно, в доме. Да, он в доме. Пойдем попробуем его распилить. Здрасте. Ну, или в жопу так пострелять просто. Все. Нормуль, зачистили. Не ожидал вас снова встретить, парни. Не поможете мне перенести часть этих боеприпасов, пока чертова саранча не вернулась? Перед тем, как меня накрыла саранча, я откопал тут одну заначку. А в порту придется каждый патрон. Дизи, мы ищем Хоффмана. Нашу последнюю встречу мы вдвоем направлялись его врата на ковальне. Ну да, он там форт оборудовал, будьте нати. Я регулярно хожу по этому маршруту, веду торговлю с другими лагерями. Только, как видите, он еще не выбросил тот диск Прескотта с данными. Помнишь, который как-никак не мог расшифровать? Еще бы, он до сих пор зол из-за этого. Так что узнали волшебное слово? Долгая история, давай пока наберем добра и пойдем. Да, вот давайте добра наберем. Неплохо тут у вас. Симпатично. Ну, в принципе, мне, кроме для винтовки, особо патрон не нужен. Все остальное, ну, что это такое?
Молот Зари, блин. Возможно, он сюжетный. Молот Зари такая штука серьезная. Берите оружие и патроны. Защитите склад. Не, ну вот для склада я готов отстреливаться вообще без базара. Давай прям на входе встанем. Чтобы уж наверняка они не продрались. Не, ну а так-то чё, бегай просто, патроны собирай рядом и все. Все? Да вроде подох. Из тебя неплохой стрелок, Дизик, для изгнанника. А как же я? Я же лучше собаки. Опа, разорвало чувака. Ну вот он торчит. Я не знаю, может на лестнице? Один раз я ему хорошо в черепуху зарядил. Может парочку. Да, ну вылезет, одумается. Ну давай. О. Как-то его там по катательной задевает чуть-чуть. Да, он подох. Там еще, по-моему, справа идут. Понятно. Не, ну пока для вот этой вот шелупони молот Зари точно не нужен. Молот Зари, это если какая-нибудь очень большая падла вылезет. Так, я, короче, за патронами полетел. Пик. А, их хватит пока. Я брат. О, я чуть не отъехал. Давай-ка, давай попробуем наверх. Там по-любому укрытий побольше будет. О! Я ж прям увидел, что бахнуть можно. Там еще один, да? Да. Еще один. Ну-ка, давай так вот. Вот прям вот так вот. Остальными патронами добьем. Нет, что-то их тут понаприлетало. Надо перекурить. А то они вдвоем меня ракетами втроем шарашат. А эти что-то... Вот этот сидит, ныкается со мной вместе. Так, ну один отъехал. Наверху? Еще наверху? Да, еще один. Короче. Лепоцовский. Ну что, бронебойные они? А, блин, ракета мне в рыло прилетела. Перезарядочка. Так, ну ладно, риверы в нижнем, внизу риверы откисли. Опа. Разорвало. Чувак, ну подыхай. Все, отбились. Слава кокам. Так, покончили с стервятниками. Так, отступаем, пока не поздно, на баржу. Погодите, погодите.
Сейчас мы все гранаты сначала подберем. Sweet. Теперь собираем потрошки. Оп. Перезаряжаемся. Я на баржу не полезу раньше времени. Там по-любому какой-нибудь еще один будет замес. Но, в принципе, молотом зари можно было не тратя патроны всех завалить. Правда, он довольно-таки кучно бьет. А что, надо обратно просто? Ну да. Мало зари будем использовать только в особенных случаях. Давай, Берт, ты поведешь. Эта штука невозможно управлять, можно только глазеть по сторонам и надеяться, что навигационная программа сработает. Да похрен, мне этого хватит. Хватит, так хватит. А, я думаю, что за турельку-то. Стратостраты какие-то. Уничтожьте атакующие баржи. Ну давай за эту турель встанем. Блять. Нет, дальше повернулся. Нас уже штурмуют. Так, ну она сейчас вот сюда подойдет. Давай, стреляем. Долго заряжается. Пик, пик. Ну все, одну подбили. Сейчас, главное, чтобы нас сейчас не подбили. Будет ништяк. Да, еще и эти уроды. Хорош, она у вас копытельная. Аэростаты вправо по правому борту. Я тут уже во все отстреливаюсь, они их только заметили. Да все, хорош. Давай. Надо выше брать, по-моему. Вот как-то так. Может даже еще повыше. О, подбили. Пойдет. Ну-ка, давай на сближение. А-а-а! Тресь. Окей. Расхреначили эти баржи. А че за турелями больше никто не стоял? И меня ждали, походу. Черт, там внизу нешуточные силы. Рация еще не берет. Надо бы предупредить Хоффмана о наступлении саранчи. Маркус Феникс вызывает врата на ковальне. Прием. Хренадо, шум да и только. Деньги на телефоне кончились. Это королевы, да. Глупец. Везли на смарку. Мира вернулась. Какой-то турбошук у нее. Я навестись не могу. Бля, пацаны. Я тоже не могу прицелиться. У нее мастурбошук. Но по нему надо стрелять определенно. Бля, реально. Реально быстро летает. Ни хера не вижу. Вот они, врата на ковальне, авось проскочим. Да какие врата, нас он падла на жуке атакует. Бля. Берт, а ее никак не замедлить? Приземлились. И так сойдет. Жалко, бабу эту не подбили. Но у него по-любому, как у королевы, там этот мастурбожук, он полностью весь бронированный. Ох, блин, все целы. О, попозже скажу. Это наш. Не стрелять. Феникс? Что ты тут делаешь, черт подери? Туда идет колонна саранчи, полковник. Давайте уберемся отсюда, я все объясню. Хорошо, всем в машину. Возьмите рацию и предупредите в порт, что саранча на подходе.
Ну, у нас сейчас человек 20, наверное, должно быть. Просто сейчас мы дадим бой, так сказать. Давно не видели, Феникс. Думаю, ты проделал такой долгий путь не для того, чтобы узнать о моем здоровье. Нет, мы вам кое-что привезли. Ключ к диску Прескотта. У тебя такой вид, словно это очень важно. А я уже почти забросил эту хреновину. Да, на этом диске информация о том, где Прескотт держит моего отца. Тебе слово Азура о чем-нибудь говорит? Как это понять, он держит твоего отца? Я получил от него сообщение, он не погиб, его похитил Прескотт. Господь всемогущий, и это все на диске? Но где ты достал ключ? Прескотт мне дал его сегодня перед смертью. О, уже третий акт. Несокрушимые. В игре всего 5 актов. Ну, Феникс, у меня все это в голове не укладывается. Со мной такое впервые. Я расскажу тебе о ситуации, как только мы разберемся с кем-то там. Опс, проблемы как-то. Погодите. Оп. Еще. Оп. Так, ну что, с кем воюем-то? Защищайте передние ворота. Надо еще дальше идти. Прям до самого упора, желательно. А дальше мы еще можем пройти. Вон еще дальше. Не знаю, я бы за турельку встал. Ну тут уже занято. У нас один чувак подох. Маркус, если мы не удержим ворота, саранча нас раздавит. Так, давай за турель. У меня столько патронов нет. Полетели разматывать саранчу. Так можно вьетнамские флешбеки поймать. Перегрев. Перегрев. Ой. А-а-а, тихо, я сейчас. Я сейчас отъеду просто. Давай переждем. Все, можно обратно становиться. Давай, ривера гасим. Первый. Второй. Все нормально. Их просто очень много, и главное не это. Давайте тебе отдохнуть, а то все в меня летит. Вот тут пулеметчики, все, кому не лень, пришли. Так, вот-вот-вот, парочку товарищей опасных. Пик. Ладно, того-то там забьют. Пусть он прячется. Давай видимые цели как-то подбирать. Перегрев. Главное, кого посерьезнее не пропустить. Типа риверов, танков каких-нибудь. Все, внимание, крикуны. Опа. А куда в этой штуке стрелять можно? Я не знаю, я пока не вижу. Бля, вы когда-нибудь кончитесь, нет? Они прорвали ворота. Защищайте вторые ворота.
Ладно. Тут уже поближе бой пойдет. Иди-ка сюда. А чё, как эта штука работает? Тихо, я сейчас подохну. Поднимайте. Я еще пулемет, по-моему, выронил. Да похер, в принципе. Поднимай. А что ты наши рядом? Далеко уходить не надо. Сколько их? Ну, три примерно, да? 3-4. Отдохни. Жарко. И давай-ка перекурим. Как они дерево не разбивают вообще? Я тут за деревянной дощечкой стою. Как бы покер вообще. До свидания. Вот этого надо падать, он задолбал, вот этого урода он замочить. Он все ближе и ближе подходит. Он жирнючий. Давай, 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 дохни. Все? Вроде подох. Там еще, блядь, ничего не вижу. Понятно, поднимай. Да, люто, люто. Куда вы там вдвоем-то взялись? Оба одновременно и сдохли. Хорош. Бля, посерьезнее ребята идут. Что там баба несет? Удерживайте, говорит, ворота. Давай-ка мы сначала вот этих пулеметчиков. Хрена вот. Потом вот этих уже будем укладывать. Да? Давай, вали их. У меня патронов не осталось, кстати. А, он стоит, держит эти патроны. Окей. Маулер. Кто такой маулер? Я думаю, это что-то из опасного. Все, хана. Вот тебе и маулер. Вот эти вот могут очень много и очень быстро снести здоровье. Они сейчас еще одни ворота прорвут. А они просто ворота сломали. Черт, они задавят нас, отходим. Понятно. У меня так-то патронов тоже не осталось. Вообще, где все? Это какие ворота? О. Сейчас мы их в жопу раним. А мне, кстати, так кто-то неплохо помогает. Они очень быстро умирают. Все, у меня нет патронов. Не знаю, блин, кроме пистолета ничего придумать не могу. Вот тут, по-моему, где-то патроны. О! Иди-ка сюда. От винта. Пес, они прут и прут просто.
Они какие-то бесконечные. Ну, наверняка по сценарию мы должны прям на последнем издыхании вытащить. Еще раз долбали ворота. А у меня там турели, наверное, нет уже. В смысле? Эй! Давай-ка мы вот это вот салопонь положим. Нам есть возможность еще тут задержаться. Вот если я подохну, да, меня поднять будет некому. Ну, пацаны, давайте, что вы тут тупите-то? Поднимай быстрее. Тик. Бля, ну просто не кончается. Давай, 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 давай. Надеюсь, там кто прорвался, их уже замочили. Но если нет, там потом добьем. Там вроде никого серьезного особо не прошло. В основном мелочка всякая. Бля, реально придется кусать. Армию положить просто тут. Давай, давай, давай. Я не знаю, сколько у меня ворот в распоряжении. А не то, держи. Будьте готовы, что-то на вашем персонале, будьте последнему. Я не успеваю читать, что там баба это несет. Там баба что-то говорит. Возможно, что-то важное. Что-то на вышке там. Ясно, давай просто отбиваться, а там как получится. Огонь по баку с горючим. Хорошо. Мы полфорта раздолбали. О да, жарьтесь, твари, жарьтесь. Решили бабу не озвучивать. Я не знаю, что она говорила. Ух, кончились гады, по крайней мере, пока. Ух, ну хоть можно вдоволь подышать паленой саранчой. Полковник, нам нужно закончить разговор. Да. Это было жестко. Врата наковали, последний шанс. Ачивочку дали. Ну это просто невероятно, даже для такого мерзаться. Значит, эта штука, которую забрал твой отец, она убьет ламбентов, а остальную саранчу. Никаких гарантий никаких. То, что они стали ламбентами, вовсе не значит, что они на их стороне. Нам все равно нужно отыскать Азуру. Жаль, что мы не можем использовать молот. Он бы нам пригодился. Дрянная штука. Он по-прежнему держит нескольких спутников, но про точность забудьте. Может быть, я смогу его починить? Берт, вот диск. Удиви меня. Берни, ты не поверишь в эту хрень. Вик, не сейчас. Кто-нибудь следит за рацией? Получено сообщение от Сэма и Ани. Их прижали где-то там. Мы разберемся, Берни, вперед. Я вам выделю водителя для грузовика. Эй, Златоласка, я что-то пропустила? Старик тебе расскажет. Просто следи за его артериальным давлением. Пусть не волнуется, глубоко дышит и типа того. Я думал, будет другой грузовик. В первой части, я помню, мы катались на таком прикольном. Следите за ведите заградительный огонь со стен форта. Садитесь на грузовик и заберите Сэм и Аню. Не знаю, давай на грузовик. Пол, за мной. Дом, вы с Бардом поднимайтесь вон туда и прикройте нас. Они даже не дают патронов собрать, вот в чем дело. Аня, мы идем на подмогу. Одна глава сменяется другой. Не успеваешь патроны поднять, хотя ты в предыдущей главе все патроны уже слил.
Потом хлоп, у тебя начинается следующая катсцена, и все такое, патроны не дают подобрать. Как быть, я не знаю пока. Будем стрелять, чем есть, я не знаю. Хорошо, Аня, держись. Мы прикроем вас. Было бы чем, вот честно. Так, это вроде наше. Далеко мы уехали. Маркус, ты цел, Маркус? Давай, вставай. Да он высокий вообще. Джинкс. Да, Джинкс руку оторвали. Патронов-то подобрать. Просто если кто один серьезный попадется, то все. Проводите Сэм и Аню в порт. Так, тогда подождите. Лансер. Патроны, отлично. Я не знаю, в какую сторону даже нам идти. Ну, по-моему, откуда мобы лезут, туда и идем. Твою мать, быстрее. Это ламбиенты. По-моему, так их называют. Давай-ка в укрытие. А девка вообще подбежала, просто флангу их обошла и все. Неплохо. Берт, нас окружают ветляки, включай молот. Хорошо, но лучше вам вернуться сюда, он плохо управляется. Просто стреляет. Так, а где у него? Вот, кокон. Рано, он одного успел выстрелить. Хорош. Давай дальше. Блин, надо бы заныкаться где. Лансер. Еще патроны. Хорошо. Давай, 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 сдохни. Блин. Пойдем поднимем ее. Хорош, поднял, встать. Ага. О, Маркус, проблемы. Это босс. Та-дам! Минус один, походу. Берсерк Ламбиент. Подожди. Берсерк Берсерком, давай вот. Да, я не знаю. Она. Да, он меня разодрал просто. Прикольно, я не знаю, надо походу ближе к нашим надежд. Ну это жесткий чувак. Я такого, если первый, по-моему, или во второй части. Мы его молотом зари мочили только. А так, по сути, они прут просто постоянно со всех сторон. По сравнению с первыми главами, тут просто лютый вообще замес. И патроны искать. Надо думать, как босса убивать. Давай-ка мы тут, да. Я за дерево хотел. И успел его замочить, его раздуло. Ладно, пусть баба там поползает. Мы ее обязательно поднимем.
перекур. Ой. Давай патроны искать. Возможно, нам достаточно будет держаться где-нибудь, ну там, где-нибудь возле форта. Нас окружают светляки, включая молот. Вот. Хорошо, но лучше вам вернуться сюда, он плохо управляется. Просто, говорит, стреляй. Это мне сдается, возле стенки надо держаться, когда у нас здоровенный берсерк этот появится. Там, конечно, тварь дикая, но убивается. Давай, обоих. Разорвало, хорош. Вот что мне делать? У меня на обоих пушках 150 патронов всего. Реально мало. Даже на босса. А там еще отряд их тусуется прямо за углом. Окей. А кого у нас разрывает, когда берсерк появляется? Внимание. Ах, Маркус, проблемы. Он просто, видимо, второстепенных героев каких-то убивает. Угу. Берсерк Ламбиент. Вернитесь в порт. Так нам надо просто бежать, получается. Дальше. Отсчет пошел. У нас кончается время, Маркус. Короче, продираемся. Продираемся, пока он не догнал нас. Все. Вот в чем заключалась фишка. Мне стрелять по нему нечем. Все. А его мало там зарить, им убили. Мы поджарили ту стеру, кажется. Так, все внутрь, у нас осталось незаконченное дело. Что за херня? Берсерк, что это за херня? Я сейчас также попробую по нему подстрелять, если нет, тогда надо мало зарить. Его так не убить. Быстро, парни, отходим в заднюю часть порта, давай. Он жесткий. Тикаем в заднюю часть порта. Бейте берсерка. Где-то тут... Да все, он меня догнал все равно. Кто-нибудь поднимет? Эй! Никто не поднимает. Заняты, да, короче. Брайан, мимо, ты пробегал мимо. Да, попробуем пострелять по нему, да. Что-то можно. Что-то с ним можно сделать. Это надо убрю по нему мочить. Так, зацепило. Что, тихай, кто поднимает? Осяп. Давай. Надо в брюхо стрелять. Поднимаем. Не, у нас... Спина и так далее, бесполезняк. Вот он замочило. Этот кругом обозначается. Так, ну удары мы ему точно наносим. Он скоро должен взорваться. Давай, раскрывайся.
там. Какая-то подгрузочка была. Там, походу, взорвется. Из него течет эмульсия, осторожно. Так. Он, значит, ранен. Блин, я сам по эмульсии бегаю. Чё оно не подскользнётся? Было бы ржачно. Ой, шустрый. А ёпа-мать, давай. Процесс-то поднимает быстро. Она. Ну я там что-то ему настрелял, правда. Чуть не подох. Все, надо убирать. Прицелиться даже тяжеловато. Так. Причем желательно в последнюю секунду прыгать. Хорош, скопытели. Мутируй, дерьма, пацан. Еще лучше. Он стал еще больше? Или его просто... Да, его порвало просто. Их, так, тебе понравилось? Мы закончили? Идем, Берт, у нас есть дела. Надеюсь, мне дадут хотя бы патронов подобрать. Пожалуйста, Азура. Фотографий нет, зато куча данных и карты. Наслаждайся. Но это же остров. Как можно... прятаться? Как можно спрятать остров? Еще одна штука Прескотта. Что за барьер Мелстрома такой? Что-то типа силового барьера. О, искусственный ураган вокруг острова. Прескотт занимался совершенно безумными технологиями. Я его почти уважаю. Прескотт, ага. Но похоже, что единственный способ попасть сюда — проплыть под водой. В доках Эндевора стоит старая подводная лодка. Мы можем поплыть на ней, да, при условии, что она на плаву. Мы сможем запустить двигатели и достать. А вот тут, я, сынок, я понадоблюсь. Могучие нить управлять, заправлять, если топливо найдешь. Мы можем пойти через Мерси или Чар. Я бывал в Мерси. Это насосная станция для перекачки эмульсии. Поищем сперва там. Ты уверен, что хочешь идти туда? А почему нет? Я выдержу. А без топлива никак. В общем, вся шайка-лейка собралась как-то под островом подплыть по воде. Опасный бег. Ну, в целом, вот главы третьего акта, вторая и третья были жесткими. Кажется, вы не горите желанием идти с нами, полковник. Я не сделал этот город в прошлую войну, не сдал этот город в прошлую войну, и черта с два я оставлю его в кучке светящихся монстров. Правильно, Берни? Да, мы уже слишком стары для путешествий. Мы останемся сидеть на своем крылечке и будем выбивать мозги из всего живого. Ну, как обычно, Дельта у нас впереди планеты всей. Так, Берт, Кол, найдите подкрепление. Будет подлодка или нет, без подмоги нам крышка. Нам нужен транспорт, оружие и люди, способные воевать. Все, пошли. Мы топливо доставляем. Видимо, до подлодки как раз. Проводите грузовик с топливом в Мерси. Впереди разрыв какой-то там. Придется ехать по этому дерьму. Берегись, ублюдки приближаются.
Да. У нас нет выбора, нужно убираться отсюда. Мы с вами нет выбора. Давайте стрелять. О, да, взор какой потокный, они очень быстро летают. О, минус один. Так, носит просто в разные стороны. Так. Пока вроде норм. Что он еще? Блять, идите ровнее, а? Просто нахер не поймать. Ну что ж ты, трубы, по которым выступает эмульсия? Вот эти трубы? Угу. Идёт. А все, Ривер нас уже больше не атакует, да? О, да. Вот о чем я говорил. Так, посмотрим, что они еще нам приготовили. Эй, впереди препятствие. Дизи, выезжай вперед и столкни их с дороги. Вы что, дебилы? У них целая цистерна просто топлива. И да, иди разбивай сейчас. Подумаешь, взорвется немножко чай. Пойдет. Эй, стенку. Ну теперь точно прав, лишись. Да-да. Ах, черт, ползучие твари. Мне цистерна закрывает весь обзор. О, вот это попадос. Во-во-во-во-во. Не знаю, есть ли резон. Поехали, короче, отсюда. Жесть какая. Ну прям экшен. Чем-то геймплей напоминает Uncharted, знаешь, вот эти вот. Четвертая часть где-нибудь, третья. Прям просто нон-стопом там часа полтора вот так вот. Аэропорт прямо впереди, видишь? Да, дверь только для нас, не открою. Что делает подводная лодка в аэропорту? Я там что-то подорвал. Ни хрена не видно. Просто мы... Я вроде отстал. Проблема решена. Так вот, не решена еще. Они прям атакуют по полной программе вообще. Давай хоть дальний подбивать. Ну-ну-ну, попадите. Ух! Раз долбать, братца. Пол аэропорта разнесли за 3 секунды. Боже мой, мы в ловушке, мы застряли в песке. А это плохо. Зайц, выводи нас отсюда. Сейчас еще какой-нибудь. Да-да-да. Куча жуков прилетит. Вот, видимо, уже мертвый туда упал. Давай, вытаскивайте нас из песка, мы сейчас подохнем тут все. Это сейчас кто посерьезнее выскочит, то нам хана.
Блядь, ну. Похер, и это подорвем заодно. У этого я вообще не вижу смысла стрелять. А вот это давай, пожалуй, мы подорвем. Ну, по возможности, конечно. О, Брумак. А давайте его вход как-нибудь, а? Я вообще ничего не вижу. О. Голову оторвали. Интересно, чем? Будьте осторожны, глядите по сторонам. Нам преследует орда разозленной саранчи. Но надо думать, мы столько тут разнесли просто. Дизи, ты, кажется, говорил, что в городе люди. Да, несколько месяцев назад тут было, как на базаре. Просто так люди топливный склад не оставляют. Ладно, будьте готовы встретить саранчу, возможно, придется резко сматываться. Дерьмо, кажется, они отключили главный насос. Пульт управления должен быть где-то рядом с этой трубой. Так, идем вдоль нее. Джеймс, Дизи, оставайтесь здесь, а мы прочешем город. Город призраков. Идите вдоль трупа и осмотрите город. Патронов бы взять. Мерси, бывший посылок эмульсии. Давай в дверь. В принципе, неудивительно, но за что же, да, ресурсы было как-то экономить? Не все на открытых участках биться. Прямо где-нибудь в отеле постреляем еще. Лет назад все родственники Марии похоронили рядом с церковью. Я хотел похоронить ее с детьми здесь же. Если я не ошибся, то это, по-моему, город Марии. То есть в этом городе жила жена Доминика, которая подохла. Но это не точно. Подозрительно, что никто не нападает. Судя по предыдущим главам, сейчас саранча как напрет просто. Ой, смотрите, труба заминирована. Давай разминируем. Осторожно, это может быть засада. Погляди, это сенсор движения. Ну, пока полет нормальный. Все? Никаких следов боя, никакой саранчи. Смотри, еще один заряд. Это не ловушка, это диверсия. Да. Они заминировали, видимо, трубы с чем-то. Может быть, с эмульсией. И удрали быстренько оттуда. По эвакуации. По логике здесь должен быть третий. Давай глянем.
Эдди будет на самом верху. Нет, слушай, рядом. Все, отключаем. Кто-то хотел. Все, кого? Снайпер, что ли? Не стреляйте, мы солдаты коалиции. Уберите свои руки от чертовых зарядов. Это вы заминировали турбопровод? Вы хотите тут все взорвать? Да, я хочу остановить распространение этой мерзости. Просто дайте мне завершить начатое. Какой мерзости? У вас эпидемия? Откуда, блин, не знать, что это такое? Это что-то вроде лихорадки. Люди начали кричать, драться, терять рассудок. Будь я проклят, я не хочу становиться как бешеный пес, терять человеческий облик. Пойдем с нами, мы поможем тебе. Нет, слишком поздно, уходите. Эй, вернись, нам нужно знать, где ты еще установил заряды. Ладно, он был странный. А у них типа, надеюсь, эта лихорадка, о которой он говорил, не заразна. Просто идем дальше вдоль трубы и запускаем насос. Возможно, вот эта желтая какого субстанция, которая заражается саранча, от которой она потом взрывается. Вот это, по-моему, тоже следы как раз от нее. Возможно, она еще и на людей тоже заражает их. Эй, дом, там город. Значит, это чар или что-то, то, что осталось от него после удара молота. Изгнанники здесь перегоняют горючее. Так, если здесь все закрыто, придется идти дальше. Эй, мы из коалиции, не убегайте, мы не враги. Куда это он? Может быть, он сошел с ума, и люди прячутся от него? Половомный придурок. Да нет, мне кажется, дело не в этом. Я-то не зря трубу заминировал. Что такое? Странно, зажигательная граната у них выглядит. Типа нунчаков. Оп, записочки. Давно не было. А, это бирки. Всего 15 штук на игру. Похоже, труба уходит в канализацию. Думаешь, старик может быть там? В канализации? Точно. О, господи, этот безумный старик, но кто его убил? Была не лихорадка. Ну да. Так, здесь тесновато, поэтому разделимся, чтобы не мешать друг другу. Дом Сэм направо, Аня со мной. С Анькой, со своей телочкой будем ходить. Вы в порядке, мисс? Кто это сделал? Что случилось? О, черт, она стала ламбинтом, зараза действует на людей. То, что и требовалось доказать. Убей, говорит, эта тварь. Запросто. Но не одна. Ну прям зомби-шутер. Хорошо, что они разлетаются быстро. Так, там они еще атакуют. Сколько тут проходов-то? Блин, может я тороплюсь?
Да, вот тут бы, конечно, дробовик был бы в тему, наверное. Хотя... О, меня убили. Поднимай, Анька. Анька, давай. Все. А вот и наши подошли. Они сверху спустились. С кем там воюешь-то, старина? Он тут моб заглючил. Пила не работает. А вообще, куда мы идем? Мы просто должны отбиться. Нам нужно опустить мостик. Блин, а где же его взять-то? Ну, я уже увидел. Ну, нормально, никто не нападает. Как могут люди стать ламбинцами? Только саранча может заразиться. Да ну, а теперь зараза цепляется ко всем. Дизи, у нас тут люди ламбинты. Ты никак шутишь надо мной, сынок. Если бы, нужно не дать нам выбраться отсюда. Сначала нужно запустить трубопровод. Я знаю, что мы по уши в дерьме. Но подлодка не поплывет на моче и самогоне. Не волнуйся, сделаем. Охо-хо, люди ламбинты. Неудивительно, что старик хотел взорвать тут все. И что теперь? Мы все станем такими же, как они? Мутантами? Нет, мы уходим. Берем горючее и сматываемся. Была моя идея ехать именно сюда. Прости, Маркус. Не извиняйся, теперь мы станем, что... Теперь мы все знаем, что все человечество может превратиться в ламбинтов. Ну да, я не исключаю. Ну, что-то вроде зомбоапокалипсиса такого. Ну, примерно. Просто это немножко под саранчу подбили. Ну, под тематику Gears of War. Они справа. Нет, слева они. Можешь добраться до пулемета, он все еще заряжен. О, могу, конечно. О, и полетели по чуть-чуть. А что ты не стреляешь? Блин, я не знаю. Винтовки, конечно, было бы чуть-чуть поудобней. Потому что. Она более точнее стреляет. А покер вообще. Да все равно патроны кончатся. Так. Или оттуда идут. Ну, в принципе, я тем самым патроны сэкономил хорошо. Никого тут нету? Давай, мне вот так вот удобнее стоять. Все. Готово. Я могу заниматься этим весь день. Попадите в ратушу по лестнице. И не через дверь. Ладно, эта лестница занята. Давай патроны глянем вот тут. Тут что-то валяется, но это не патроны явно. Что это такое? Пора разобраться, с чем мы имеем дело, и разработать план действий. Вне зависимости от того, что это за болезнь, она действительно существует и стремительно распространяется. При нынешних темпах уже через несколько недель нас ждет массовая эпидемия.
Я хотел бы обсудить возможность карантина для зараженных, а также порядок обращения с телами погибших. Крайне важно изолировать зараженных как для их собственной, так и для общей безопасности. Только это будет сделано и распространение болезни прекратится, необходимо провести общественное собрание, чтобы помочь людям в решении их проблем. Я предлагаю собрать граждан на городской площади, но если у вас есть какие-либо иные предложения, мы можем обсудить. Ясно, понятно. Глава пятая. Спасибо за помощь, солдаты. Вот уж кого не ожидали увидеть. Эй, как вы себя чувствуете? Пока что все хорошо, но вот у него видок не очень. Заражен? Болезнь так начинается. Ага, ты видел такое раньше? Это нелегочная ржавчина. Ладно, ты пол игры раньше убиваешь, а пол игры ты убиваешь в зомби. Ну или сколько тут? Сколько этому моменту отведут времени, я не знаю. И больше, они быстрее убиваются проще. Давай, подходи по одному, чё. Нормально. Ну, каждого примерно там. За одну обойму можно 10 таких положить, наверное, так. Потом он вообще их рубит просто. О! Вот фонарь горимый. Ну, вот так-то, в принципе, прикольно. Чтоб геймплей не приедался. Идет. Так, давай патроны возьмем. Так. Все, да? Вон тут устаревших лансеров полно. Но он мне что-то не понравился в этой части. У него разброс большой. Наши там. Все, отыщите топливный насос. Пойдем поищем на стене. Анька, поднимай. Анька, ну что ты? Как-то она меня не доподняла. Все, отбились. Так, когда не близко, лучше без прицела стрелять, и так удобно. И для них дробовик-то, наверное, не подойдет, потому что они довольно-таки быстрые. Пока перезарядишься и все такое. Так, все чисто, пока что. Похоже, они пустили трубы через церковь. Вперед. Здорово. Звук супер, картинка супер. Спасибо, Серя. Точно, звук не слишком громкий. Там голос как. Хорошо, давайте найдем насос и накачаем топливо. Когда вчера тостер заходил, говорит, этот голос как будто с радио у тебя. Знаешь, такое раньше радио было советское, на стенках висело. Он говорит, голос на это похож. Я сегодня переделал, так что... Это надо посмотреть. Дерьмо, центральная дверь закрыта. Обойдем.
Давай обойдем. Это такой туман подозрительный. Дом, займемся насосом. Спасибо, но не ждите меня, если что-нибудь пойдет не так. Просто поспеши. Прям кладбище, дымка такая, сейчас зомби полезут. Будем мочить их. Он где пожалуйста, я вспомнил. Убиенно. Только голоса перцев тиховато, а так звук голоса нормальный, но не совсем чистый. Немного похож, будто в банку говоришь. Но для чистоты, наверное, нужен дорогой микрофон. Возможно. Не знаю, хотя можно, в принципе, настроить. Надо просто определиться в эквалайзерах там и всей этой стальной штуке. А голоса перцев-то зачем, если он субтитры я читаю? Только перекрикивать их придется. Слушай, Маркус снова занят спасением мира, поэтому я должен быть с ним. А, Маркус занят спасением мира. Я должен быть с ним. И крепко, Мария. Ну, я тоже думаю, еще надо достроить немножко микрофон. Как говорится, нет предела совершенства. Не знаю, не знаю. Я пока работаю над хорошим звуком. Музыка просто на уровне твоего голоса, а речь перцев не слышно почти. Но это не мешает. Но я специально сделал музыку чуть-чуть погромче. Звук персонажей убрал на единичку вообще сделал. Эффекты тоже, по-моему, на единицу. Потому что тут взрывы, всякая херня. Ну реально, чтобы не перекрикивать. А музыки тут, кстати, не так уж и много. Она в основном, знаешь, такая фоновая. Дизи, горючее пошло, прием. Пошла мазута. Я эту часть не допрошел, поэтому одному скучновато. Ну, в принципе, я не знаю. Вот. Я думаю, что это церковь. В принципе, тут вот именно третий акт. Это уже, по-моему, пятая или шестая глава сейчас будет. Тут прям экшен, экшен, экшен. Знаешь, мне чем-то напомнил Uncharted. Вторую, третью. Ну, где-то в половину вторую и третью точно. Потому что там просто экшен просто нон-стопом идет часа полтора. Ну, вот сейчас уже стрим идет полтора часа, как бы, и... Они прям херачат и херачат, мы тут до этого форт целый отстояли, я тут на саранчи положил хреново гору. В принципе, неплохо, даже одному вроде нормально. А если я не ошибаюсь, по-моему, Герзата у нас третья, она... Типа ты сюжет, по-моему, не можешь пройти толпой. Если только, ну, типа 3 на 3, там 5 на 5, по-моему, так воюют. Да, будем жарить саранчу. Сейчас мы в основном с зомбями бьемся. Людей, которых эмульсия какая-то. Ну или не эмульсия, короче, какая-то херня, а не ламень там. Дали. В общем, зомби бьем и все. Саранчи уже давненько не было. Сейчас опять катаебашилова пойдет. Думаю, взрывчатки старика хватит. Нет, но большая часть его станет чего-то там. Тогда нужно будет их просто задержать. Чем мы стрелять-то будем? О, полетели. Ох, подер. Тут еще что, заминировано? Да, мне на мину не наступить. Тут дед минами все зашвырял. Так можно и жопку свою подорвать чуть-чуть. Сзади никого. Давай вон там встанем.
Куда они ползут? Я бы еще попробовал порубить. Ну-ка давай. Рун. Неинтересно. Дизи, мы закончили, возвращаемся. Том, какой самый короткий путь до насосной станции? Пройти через скрепы под церковью. Во времена маятниковых войн там было бомбоубежище. Надеюсь, мы всех лабиринтов истребили. Истребить-то мы истребили. О, понюхать эти испарения. Раньше так не пахло. Вьетнамом пахнет. Слушай, Маркус, твой отец думает, что Сера убивает Эмульсия, так? Ага, мы убивали за то, чтобы ее добыть, и теперь она убивает нас. Йо, Маркус, саранча сверху. Бензовоз готов ехать. Вот, кстати, саранчу... Крылья жаришь. Приятного аппетита. Саранчу быстрее убивать, кстати. Ну, точнее, прикольнее убивать бензопилой, чем этих вот чуваков. Они как-то быстро лопаются. Не кровавенько. Так, из него еще течет горючее, говорит. Ах, черт. Оставлю эту разварюху, садитесь в пикап. Вас понял, сейчас будем готовы. Все, мне патронов не надо. Как угодно. Маркус, давайте, мы готовы ехать. Все, мы в окружении. Вот и саранча пожаловал. Давай. Минус один. Надо, блин, пока они идут, пока они попрятались, надо вот тут убивать. Так. Ну с этим похер. Вот эти вот товарищи опасны. Потому что тебя гранаты могут разорвать просто. Хорош. Ну и все, там один спрятался. Теперь будем ждать, пока они не вылезут. Мармуль. А он тут самый умный, просто взял, забрался к нам. Вот идиот. Где он? Короче, понятно. Пока его искал там, другие набежали. Да? Кстати, он стоит, сидит и потихоньку подстреливает по нам, а? Падла. Дом, ну давай поднимай что-то. Анька что-то не поднимает. Кстати, они со всех сторон. Давай. Коль завел пилу, допиливай. Давай еще берем патроны. Я тут больше никого. Они вроде с одной стороны бежали. Осторожно, сзади люди-мутанты. Начинается. То одно, то другое. Как говорится, то пятое, то десятое. О, куда они приземляются, туда и надо мочить. Я так полагаю, со спины мы уже отбились. Блядь, еще этой херни не хватало. Где кокон этого говна? Говнококон. Так, а кто с него вылупился? О, и второго разорвало. Вот это удобненькая хрень. Лупишь по одному, второй подыхает. Ништяк, он еще кокон.
Хорош. Да, засохло дерево. А вот там, по-моему, да, нет еще. Не засохло. Ну, обычно не больше двух коконов вылетается. Что происходит? Кто взорвался? Бегом на другую сторону. У нас цистерну, они повредят наши. Мы окружены. Их там слишком много, мы не справимся. Не подпускайте их. Все, Дон бросил оружие, сейчас хана будет всем. Он в рукопашку пойдет. Доставай катану. Вы не говорите, что он соберется сейчас все взорвать? Это будет тупой поступок тогда. Дом! Уходи отсюда, прыгай! Что он задумал-то? Я что-то не пойму. Машину увезти. Что он делает? Там, где тебя черти носят? Мы тут прям в отсаде вообще. Конкретненько так. Дом, что ты делаешь? Затыкай их, Маркус. Прыгай уже, давай. И он со всего маху долбанет в цистерну. С горючкой. Так чем они тогда лодку будут заправлять? Кто знал, что все так закончится? А, Мария? Там нет! Бум! И, короче, он нас оставил без горючки. Лодку заправлять нечем. Ну, а зато сколько народу положил, да? Какие дела? Ну, главное, все наши-то спаслись. Удивительно, хоть кого-нибудь да могло бы зацепить. Но дом у нас получается, да, в третьей части подыхает. Маркус, он умер? Он умер, ты ничего не сможешь сделать. Отпусти меня, дай мне его вытащить оттуда. Бум. Ну тут-то все в порядке, Маркус, все хорошо. Давай, нам нужно идти, твоему отцу нужна помощь. Дом. Ну да, он явно кореша лучшего потерял. Он считает с нами всю вторую игру бегал. Да и первую. Да. Жаль. Акт 4, глава 1, прах к праху. Все, кончился бензин. Ага, значит, вот он чар. Черт. И что после удара молота, тут кто-то еще жив? Ага. Там они, там, сынок, просто гостей не любят. У нас нет выбора. Нам нужно топливо, чтобы добраться до доков.
Изи, оставайся здесь и охраняй грузовик. Ладно. Хватит осторожничать. Он мертв, но он нас спас. И его смерть не должна быть напрасной. Ну, как обычно, мотивационные речи. Найдите местных жителей. Так, окей. Надо. Давай перекурим сейчас 3 минуты. Сейчас я подойду. Перерыв. Поехали. Потом найдите местных жителей. О нет. Господи, да это настоящие люди. Да, жутковато, будто бы запечатлел монетку, когда ударил молот. Все, что от них осталось, пепел. Так, чувак, посмотри на них, они пытались убежать. Просто стояли все эти годы. Да, это братская могила. Ведите себя соответственно. Дизи, мы пока никого не видели. Живых, по крайней мере. Вас-то увидели, это точно. Не рискуйте понапрасну. Дизи, ты пропадаешь. Блин, снова прервалось. Ладно, ведем себя так, будто мы на прицеле. Патроны мне уже не нужны. Рояль в кустах. Даже, по крайней мере, мы не можем сказать, что Дизи что-то там. Привет, есть кто? Эй, мы хотим торговать, почему бы нет? Не сюда.
Так, глядите оба, чтобы не произошел еще один несчастный случай. Осторожно. Прям на бочке турель стоит. Прям мы ее уронили. Они тут все ловушками заставили. Он влево ушел за угол. За ним не пустите его. Поймайте старика. А это мы все еще того старика, что ли, ловим? Черт, надо было за ним проследить. Он может быть одним из них. Да вряд ли он один из них. Возможно, он распространитель заразы, да. Он толкает, что это? Смотреть в оба, тут все может оказаться ловушкой. Бежали за ним, короче. Вот и все. Это что такое? Это коляска странная. Взорвем. Черт, ну все, доведет меня. А ты довел меня. Толпа пауков, ну ничего. Слушай, он рехнулся конкретно. Как он вообще туда их занес? Ящик полипов, да что за хрень такая? А вон туда. Давайте посмотрим здесь. Давайте посмотрим. Но он, по-моему, не туда удрал вообще. Ну, уже хоть почаще патроны дает. Спасибо. Эй, парни, вы слышите? Берегись. Любитель сраный. Думаешь, смугнуть нас получится? Мы коалиция. Нерви глотку, Джейс, идем. Ладно, ладно, извини, Маркус. Эй, он там. Ладно, просто напролом бежим. Тихонечко подстреливаем. Эх, подбили. Ага, то нас товарища с дредами Джейс зовут. Окей. Долго мы этого старика-то будем ловить? Вроде уютно, как думаешь, есть кто дома? Они наступают. Кто они? Там кто-то с турели мочит, походу. Угу. Я сказал не стрелять, дебилы хреново. Надо как-то туда пройти. О, здравствуйте. А их турель не трогали, я так полагаю. О, так и отъехать можно. Блин, вот две турели это такое себе. Хорошо. Сейчас пойдет. Сейчас пойдет. А что это за хрень такая? Какой-то звук ползучий. Так, нам бы надо... Ладно, сейчас сначала отобьемся. Все, и турели заткнулись. Невероятно, он спускается. Посмотрим, как эта козлина оправдываться будет. Пацан вообще какой-то. У тебя одна попытка, не зли меня. Гриффину не нужны чужаки в городе, особенно из коалиции. Вы сильно рискуете, приходя сюда.
Слушай, нам нужно только горючее, и мы сразу уйдем. Этот Гриффин торговать будет? Ну, дамочка, с вами он будет не прочь заняться делом. Веди нас к нему, здоровяк, живо. Здоровяк? Я сомневаюсь. Отличный вид отсюда, друзья. Посмотрите, что вы сделали с городом. Местные не забыли ударов молота. Слушай, Козлина, мы только что спасли тебя от светляков. Мы еще сражаемся и умираем на этой войне. Без обид, дамочка, просто объясняю, как тут люди к вам относятся. Расскажи мне о Гриффине. Он тут главный, эмульсионная корпорация Гриффина, помните? Ага, значит, у вас есть горючее. С момента пропажи последней партии нет. Значит, ты нам не нужен, так? Просто найди нам немного горючего, и мы уберемся отсюда. Хорошо, хорошо, но дайте мне сперва потолковать с шефом по душам. Идем туда. Это чё коды там сидят? Фуникулеры. Да, только психи передвигаются по земле. Да, мы заметили. Дай петуха подстрелим. А, я не могу тут стрелять. Паш. На, это поганый. Да-да-да, можно войти. Паш, зачем ты их сюда привел? Как твой живой тир для шефа? Мужик, эти не совсем сволочи. Они только что убили кучу светляков. Им очень нужно встретиться с шефом. Хорошо, весело будет посмотреть, как он тебя дубасит, мелкая ты проныра. Конечно, нас пустили. Знаешь, я слышал, кажется, о Гриффине, мол, это редкий такой тип, терпеть не может коалиция. Оружия у них достаточно. Это музычка еще лобает. Забавно. Смотри, вот его кабинет. Маркус, да, я это сделаю. Мистер Гриффин, сэр, эти коллекционеры пришли в город и уничтожили кучу звездляков. Теперь им нужно немного горючего. Какого хрена ты привел коллекционеров сюда, в мой город? Они убили светляков, сэр, им нужно лишь немного топлива. Убирайся сюда, пока мне не лопнуло терпение. Добро пожаловать в башню Гриффина, солдаты. Она была здесь до того, как вы уничтожили чар, и она все еще здесь. Так же, как и я. С вашей стороны большая наглость приходить сюда и просить об одолжении, мерзавцы. Сэр, мы понимаем, нам просто нужно горючее, и мы сразу же уйдем. Сука, ты ни черта не понимаешь. Видела пепельные останки? Это были мои работники, мои друзья, мои родственники. И мне не нравится, когда их прах оскверняют чужаки, и в особенности вонючие коалиционеры. Коалиционеры. Мы знаем, что такое скорбь. Ох, а ты еще что за хрен? Маркус Феникс. Кажется, мне знакомо это имя. Знаешь, первое правило бизнеса Феникс. Напомните мне. Она звучит так. В чем моя выгода? Вам нужно горючее, и мне тоже. Какая ирония, если учесть, что я создал целую империю на топливе. Так что верните мне мое топливо, я позволю вам... А что случилось с топливом? Наша станция через дорогу запаздывает с подставкой. Они даже не вернули мой фуникулер. Поэтому ускорить выполнение заказа я прошу вас. Заберите мое горючее и мой фуникулер. Ну как справишься с костолом? Вы случайно не хотите нас подставить, мистер? Твою мать, убери руки. Маркус, они набросились на меня и забрали грузовик. Они... У каждого контракта должны быть гарантии, Феникс. Твой друг теперь у меня. Не смей причинять ему вред. Не смей, мать твою. У вас есть час.
Идем, Маркус. Деда заложники взяли. Покиньте башню. Здесь все будет в порядке. Сделаем это и уберемся отсюда. Ага, идем. Так, патроны, ну, нужны, да. Вот спасибо им, припасы туда ставили. Давай еще патроны возьмем. По оружию ничего нету. Интересно. Все, поднимайся. Так, о боже, сюда небось главный удар пришелся. А вон вторая башня Гриффина. Да, мы тут хорошо поработали. Впервые вижу, чтобы город так раздолбали. Черт, тяжело, наверное, эту кнопку нажимать. Да, я была там. Черт, Аня, я ничего такого в виду не имел. Ну что, понеслась? Так. Тут уже получается по три кокона, да, вылезает? О, я близко, я слишком близко стою. Поторопился. Где еще кокон? Ладно, хрен быстро. Еще один. Ну там какой-то серьезный тип. Нормально, разорвало его. Ну чё ты, блин? Задолбал за колонной прячется. Я мутировал. Пойдет. Все, отбились. Сюда, идем в башню. Пойдем, коль не шутишь. Да, неудивительно, что нас на такую хрень подписали. А, и прямо через территорию идти. Надеюсь, Дизи не устроит побег со стрельбой, да? Ты же знаешь, какой он? Нам ведь топливо очень нужно. Я бы его лучше освободила. Чуть жуков, чуть-чуть саранчи. Так, давай, наверное, она выше все-таки. Тихо, ну, баба, что ты тут стоишь вообще? Мы тут всей толпой просто выскочили. Короче, я в другое место побежал ныкаться. Опа. Да, и тут парочка, все, хана патронов. Ладно, пусть я слягу, но зато хотя бы коконы пощелкаю. Бля, один там засел. Умник, хрена. До свидания. О! Это попадался. Кто там у нас валяется? Давай. Блин, пока ее спасал, сам чуть не подох. Блин, он прямо за колонной и очень неудобно стоит.
Нормуль. Баба опять легла. А где остальные? Бля, у меня 60 патронов. Здорово, Тём. Еще раз. Все ползают. Я думаю, куда у нас весь отряд делся. Они тут лежали и просто впитывали урон. Давай хоть патроны соберем. Соточка. Давайте, убивайте, сучонка. Бум. Такая толпа просто была, и ни в кого патронов не упало. Ну это странно вообще. Вылезай, золотошник. Там еще второй будет. Давай, наверное, ниже спустимся. И патроны. Все, других нету. Второй будет чуть пониже. Вот он. Готов. Давай, пока я далеко от автоматов не ушел. Подбираем патроны. Кто потемки мочит? Это больно, говорит. Так, давай патроны искать. Что у меня в лансером? Лансер почти закончился. Не почти, он закончился. Хер там. О, это берем. Хотя бы это берем. Sweet. Sweet. Прямо, может, здесь патроны валяются? Да, точно. Ну, 73. Ну, такое. Ревший лансер тоже не пойдет. Ладно. Тут все, готово рухнуть. Быстрее. Хорошо, я понял. Набрало. Быстрее, бежим. И завалило все к черту. А как мы возвращаться тогда будем? Похоже, путь тогда закрыт. Кажется, мы идем по туннелям метро. Жучки лезут потихонечку, я смотрю. Ну что ж, мы добрались до башни живьем. А вон наверху фуникулер. Теперь нужно забраться наверх. Понял, принял. О, здрасте, Настя. Бля, я приду слишком близко, наверное, стою к ним. Свет дульки. Пошли нахер отсюда. Надо этого мочить, пока он не мутировал. На свидос. Ну, а тут уже мелочь одна осталась. Так, где у них коконы вообще? Тут три кокона я вижу. Или даже четыре. Да, меня кто-то там грызет за ногу. Да, пошел ты в жопу. Блять. Пиздец, они просто с этих сторон. Давайте, кто там поднимает? Анька, давай поднимай. Да, 30 патронов. Бум, там Аньку, по-моему, распидорасило тоже по углам. Все, укрытие разбомбили, все. Ну вот. Давай. Он что-то в сторону отходит, надо его файта покоцать. Да идите вы нахер, собаки рыжие. Сука, и не поймать. Анька подержит. Нет, Анька не добежит. Сэм, может быть, ты сдюжишь. О, пока они тут застряли.
Я вот Аньку спас. А, до свидания. Сейчас мы Аньку поднимем. Да, у меня полтинник патронов. И все как-то. Придется тут почистить поле брони, так сказать. Так. Опа. Иди ко мне. Убит. 40 патронов надо где-то надыбать. Ну или типа того. Все, давай, нам выше. Мы еще долго и упорно будем по отелю забираться. Что у нас по оружию вообще? Винтовочки. И у этого тоже. То есть снайпера где-то понадыбали. Нахрен они им нужны сейчас? В основном ближний бой идет. Лучше бы с дробовиками бегали, кстати. Выглядит заброшенным. Может быть, люди покинули это место и переехали туда. Отлично, куча лифтов и нет электричества. Посмотрим, есть ли тут генератор или нам предстоит долгий подъем. Можно. Да нет тут ни хрена генератора. Сейчас пешком потыкаем стопудово на самый верхний этаж. Нас будут потихоньку дрючить. Зайти-то. Мы не отсюда пришли. Да ладно, генератор работает. Ну, наконец-то, хоть что-то получается. Да, но затем все снова идет наперекосяк. Вызовите один из лифтов. Я думаю, разницы никакой. Уедем, красотка, кутаться. Надеюсь, он цел. Пожалуй, там кто-то едет забавный. Эй, еще кто-нибудь где-то слышал? Они со всех, что ли, лифтов поперли? Давайте, жопа к жопе, отбороняемся. Они не только с лифтов прут. Они еще с вентиляции тоже вылезают. О. Зомби женщин бьют. Это тут зомби-телки. Посмотрим, говорит, на что ты годишься. Они выламывают двери. Какие? Какие из них? Откуда? О, вижу. Давай, я туда пошел. Ю, закончились. Ладно, садимся в фуникулер и отправляемся к Дизи. Похоже, мы идем по лестнице. А что, лифт уже отменяется, что ли? Он же рабочий. Короче, он не довезет. Я же говорю, пешком потыкаем. Твою маковку. Ну нахрен эту фишку с лифтом тогда. Искрит. Эти уже тут. Как? Они как тут оказались вообще? Эта машина мешает, уберем ее. Пепельная тачка. Если люди в очистительном цехе превратились в ламбинтов, похоже, причина действительно в эмульсии. А это лифт у нас такой. Постой, мы ведь тоже подвергались действию эмульсии.
Не столько, сколько они. Тут ведь очистительный завод. Неудивительно, что Гриффин сюда не совался. Я думаю, прыгать надо. Ёпа-мать. Идите за руками. Вот не только за руками. А? Пойдем, как черт из табакерки просто выскочил. Это еще что за хрень? Ганкер. Мы таких видели в Ганновере, только не так близко. Ну да. Да, лучше так больше не делать. Ладно, идем к фуникулеру. Мне бы патронов еще. А то сейчас будем тапками кидаться. О. Пик. Соточку собрал. Давай еще, наверное, да, посмотрим, а вдруг где-нибудь в каких-нибудь закуточках ни хрена нету. Ладно, и хер бы с ним. Ну, целости, ну, хоть одна хорошая новость. Давайте запустим его. Давайте еще патроны посмотрим. Не, мне сюда не пустят. Хотя подожди. Пока невозможно. Ну они сейчас, наверное, типа убедятся, что фуникулер не работает. Потом пойдут в обход. Да нет, все пашет. Дерьмо, не двигается. Так, похоже, он пристегнут к зданию тросом. О, тогда идем внутрь и отцепим его. Ладно. Это запуха такая. А, это десак. Саранча, так это не саранча. Это же зомби. Они же лайбиенцы. Вон телку чуть не утащили. Аньку чуть не уперли наши. Потом кто-то за ногу так дернул, что она аж слетела вниз. Есть тут кто-нибудь? Ну, она определенно вниз. Да-да-да, прямо рядышком. Так, вы стреляйте, я там буду что-нибудь дергать, откручивать, цеплять. Только не тут. Скорее всего, мы торопимся. Как только тебя окружать начинают, ты торопишься. Эй, да, он глаза разлый. Это ты мне? Чё, блядь? Обмен дополнительным оружием, может быть, сделать? Так, прям за стенкой. Цель. Вот он, трос. Прыгните, если попадут в канистру, взрыв будет ого-го. А мы-то что, пилим, да, просто? Ну, будет дежурят. Ну, вот, вот и все. Получилось, идем дальше. Да, ну просто как мучат со всех сторон пруд. Хорошо, хоть по потолку не ползают. А, стоит там, отдыхает. Я все стенки пошибал, эту банду поубил. Вот гнида. А. Пойдемте, короче. Патроны кончились. А? Перепилила.
А как они так на этого не напали, а тут с нас ждали, стояли? Причем я сейчас чуть выше поднимусь, по-любому наши будут уже наверху стоять. Вот. Как они оттуда бежали-то? Все, отвалите. Полезли обратно. Так, все готово. Ломайте ноги, пока не поздно. Марко, прием, это Дизи. Что за? Дизи, говори, мы возвращаемся с горючим. Лучше погоди возвращаться. Сюда явилась королева мира со своим боевым жуком. Нас атакуют. Ох, черт. Мы видим их, Дизи. Ох, они нас тоже увидели. Эта стерва явно следит за нами. Смотрите, королева улетает. Нужно выбираться отсюда и помочь Дизи. Она что-то летает тудым-сюдым. У нее, по-моему, вообще других дел нету. Она то тут побомбит, то еще где-нибудь постреляет. Не дай бог не сдержит слово. Будем надеяться, что Дизи удастся отбиваться от охранников. Здорово ему удалось, как скоржу. Если с ним кого-нибудь дерьма не случится, Гриффину повезет больше. Маркус, нам тут долго спускаться. Выглядит ли эта фигня? Без этих бар шансов у нас будет больше. Берегись. Мы по баржам стреляем? У меня столько патронов нет. Давайте не будем. Ну давайте не будем. Баржа справа. Нет, по ней не надо стрелять. Это не объект. А вот это вот объекты. Я, правда, не вижу ни хрена. Бля, надо подождать. А у меня что-то нашмаляли. О, тут. Все, хана патроном. Все, отстали они вроде, да? Минус баржа. Сейчас с другой стороны прилетит. Слава богу, они уходят. Хотя, эти корабли ведут не на крышу, Маркус. Гляди, мы окажемся тремя этажами ниже. Тогда будем пробираться наверх. Ну, хоть людей недалеко. Давай вырезаешь. А? Тут двери есть. Только патроны возьмем. Вчера бабу там ракетами прилетело. Стражи. Я заметил. Там еще один. Их там двое. Он просто в углу застрял. Он подзаглючил чуть-чуть. Мама звездобелой уже полетела на эту херню летающую. Вообще бессмертная. Маркус, мы тут по уши в дерьме. Мы остались один на один, долго не продержимся. Я верю. У меня самого полтос патронов осталось. А какой дробовик? Это берем. Хоть что-то. Так, давай. Нормально. А они туда гранатку кинули. Молодцы какие. Давай повыше. Так, Анька.
Не мешается. Давай-ка. Нет, блин, они с арбалетами все бегают, ну. О, тихо, лансер. Соточка еще прилетела патронов. Все, больше собирать нечего. Че? Тебя забыли, что ли? Добейте его хоть кто-нибудь, этого утырка. Ладно, мы должны выше подниматься, но мы почему-то все ниже и ниже идем. Поднимемся по лестницам, давайте. Ну, я вижу лестницу, что она не работает? Надо побегать же возле нее. Раз пять. Маркус, нас зажали на дальнем конце крыши. Дизи, мы до крыши дошли, мы тут. Не везде сейчас все будет. Сейчас мы будем продираться просто. А ёпа мать. Да, мы долго возле него-то прыгать будем. Тихо. Что у него за патроны? Арбалет, нет. Не нужен. Да, ну баба, чего вы светитесь-то все в дверном проеме? Отряд Дельта работает, не видно что? Добивай. Лансер, лансер, да херня это все. Ладно. Я не буду это читать уже. Да, же. Вот эти вот штучки летающие, блин, они редкие, как манос. А чувак очень зря, по-моему, за креслом спрятался. Блять, стреляешь что по этой херне летающей? Это допина этого. Тут же эти подбегают, и начинаешь по своим шмалять. Ну-ка, двое сидит. Они дурные какие-то. Эй, где ваш интеллект? Запили. Да. Изи спасли. Выходи. Ага, я знал, что ты успеешь, Маркус. Хорошо, Гриффин, мы привезли твое чертово топливо. Мы в расчете. Мы в расчете? Они убиты, мать твою. Все мои люди погибли. Мы пережили удары молота, саранчу. Эту чертову войну, теперь вы являетесь вы, и я теряю всех. Вы коалиционные сволочи. Куда бы вы ни шли, что бы вы ни делали, вы сеете смерть, боль и страдания. Вы мерзавцы чертовы. Я брата потерял, ясно? Слышите, брата? Вы, ваша башня. Эмульсия эта сраная. Пошли вы все к черту. Поговорим в другой раз, Феникс. Не сомневайся, тварь. А я не знал, что дом его братом, оказывается, является. Оказывается, Доминик был братом Маркуса. Давай отнесем бензин к грузовику. Нам еще подлодку искать. Да. И что, они прям цистерну найдут? Королева палит. Маркус Феникс весь отца. Упорный, но предсказуемый. Если он будет жить, вся наша раса погибнет. Сделайте так, чтобы его поход закончился здесь. Да, серьезные чуваки, походу. Костюмчики у них забавные.
Врача! Быстрее, Дизи! На! У нас прям просто бронепоезд какой-то. Адский. Потащите наверх ангар с подводной лодкой. Задраить люки. Ну-ка давай попробуем. Да, патроны кончились. Так, минус один. Это наш? Нет, нет, это наш. Там еще десантируется народ. Что ты там прогибаешься? Они чем-то стреляют таким, что ли, то, что он закрывается. Так. Дед вообще в лобовую пошел уже. Он просто жопой танкует. Засвидули. Блин, хоть арбалетами подбирай. О, нашлось. Хоть что-то. Наши просто там в атаку. Безжалостно просто их убивает, порежет. Так, все, надо посидеть. Не, давай-ка их с фланга попробуем дернуть. Это они какие-то эти, засели там как эти. Давай, кто там поднимет меня? Анька? Спасибо. До свидули. Жопу твою мотал. Там кто-то еще гранату под себя кинул, как обычно. Полудурки херово. Все, наше здание. Хорошо. Идем проверим ангар. Вы пока проверяйте, я патроны поищу. Так, ну старый, отойди. И гранат еще возьму. Все, херня какая-то. Ну ладно, дальше пойдем. Будем с трупов собирать. Если что. Оп, вот и патрон. Черт, надеюсь, не все тут такие ржавые. Попробуем соседний ангар. Мы ведь заметим подводную лодку, верно, Дис? Ага, ты бы об нее точно не споткнешься. Просто продолжайте искать. Это за белая хрень повсюду? Паутина? Никогда такой паутины не видел. Не похоже на дело лак пауков. Уверен, мы очень скоро узнаем, чьих это лап дело. Дизи, как мы впятером будем управлять лодкой? Для этого вам я и нужен, милая. Потащите другой ангар. Не, ну если старый взялся, то он, видимо, и один может этой лодкой управлять. Будем надеяться, что он нас не обманул. Ну-ка, вот тут, мне кажется, по-любому будет. Да, патроны. Отлично. Да ладно, уже и не надо. Перезарядимся, и надо будет. Так. Как говорится, вооружен и очень опасен. Мы вот с этой пушкой пойдем.
хорошо тут у вас? Такая штука прикольная. Она еще электрическая. Внимание. Какая мягкая хреновина. Ты стреляешь как будто по этому. По металлу. Ага. Мы ее куски будем отрывать. Тихо, тихо, тихо. А, блядь, она, сука, прям за мной. О, мы ее покороче сделали. Он теперь на таракана похож. Все? Да. Теперь надо заныкаться и этого клоуна замочить. Блядь, он еще одну выпустил. Ну, замечательно. Давай-ка мы его ёбнем. Все, он подох. Что это с ним? Он особо не нападает. Ну-ка, давай так. Походу, этот челик выпускает этих жуков. Она хоть не за мной? Нет. А где это падла? Вон там мерзкая сороконожка. Снайпер наверху. Так там еще и сороконожка так-то. А снайпера я не вижу. Хер знает, тут и наши, тут и сороконожка. Давай его кто-нибудь поднимет. Вот этого кренделя тоже надо вольнуть. До свидания. Все. Ну я вам со второй мало чем помог. Как-то. Блин. Дайте вообще патронов. По-моему, где-то вот тут автомат валялся. Снайперка. Отстой. Ладно, в принципе, у меня еще ланцер целый. Пойдемте. У нас что? Поревший. Слушай, мне не сюда. Вот туда. Вот я думаю, что-то они стоят, все тупят. Добрый путь. Так, значит, Хоффман не ошибся. Вот она, субмарина. Да, и она все еще цела. Давайте осмотрим ее. Блин, все что ли? Я думал, у нас подлодки со стадион размера. Именно то, что нам нужно, сынок. Маленькие подлодки будет куда проще добраться до незамеченной Азуры. Как говорится, размер не главное. Не обращай внимания на Дизи, малышка. Просто смотрю тебя, чтобы понять, в какой ты форме. Кажется, такие подлодки использовал спецназ в маленьких волнах. Понятия не имею, но она идеально нам подходит. Маркус, этой крошке понадобится запчасти. Видишь этот ротор? Треснул насквозь. А также горючее. Бак пуст. Хорошо, значит, ищем детали. Так, что сперва? Ротор или топливо? По-моему, без разницы. Задавай технический отсек. Так, теперь найди мне ротор. Ты знаешь, как он выглядит, верно? Да, большая, круглая, тяжелая хреновина с лопастями. Патроны. Давай.
перезарядимся. И... Ну, эти не взрываются. По-моему. Да, да, не блядь, пиздец. Все, отбились. Под огнем. Да подождите. Хорош. Вон еще толпа бежит. Распилили просто челика. Ну прикольная тема, когда наши пилы работают. От гордость берет. Со свидули. Ну, она там добьет его. Еще ни с кого ни одной пушки не вылетело. Чего вы вокруг него-то бегаете? Он-то понятно, подбежал к товарищу поднять. Они бегают две бабы вокруг одного. И ничего сделать не могут. За это гордость не берет. А, два пулеметчика. Давай, давай, давай. Как нет так? Бля, а ты тяжело поймать. Анька, поднимай. Ну или ты. Я пошел, короче, вторую толкать. А то этот пулеметчик сейчас задрочит. И? Ну а мелких уже там подстрелили. Готово. Давай-ка мы вот сюда сбегаем, посмотрим патронов. Куда бежал, чтобы одну гранату увидеть? Это подозрительная тишина. Эй, тут лифт есть. Так, подожди, я подойду. Чего я посмотрел? Довольны? А лифт самый... Заходи, не стесняйся. Я думал, кого-то не хватает. Вижу, вижу. Давай еще поближе. Урод мелкий, а? Давай, 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 давай. Я пустой.
Я постой по лансеру. Давай, отъезжай уже. Бля, там на базу еще привезли народ. Блин, он там что-то черненьким пыхнул. Давай, ближе тогда. Тихо, стой. Патроны. Да, их тут прилично прибежало. Хватит бегать вокруг меня. Я его измором взял просто. У меня, кстати, 80 патронов осталось. Ну ничего, я, в принципе, потихоньку на лансер собираю уже. Сидит там, спрятался. А? На переднем плане Анька там рубит кого-то. Бум, разорвало. Ну почти. И попозже он умер. Пойдет. Ну же, надо долбанный рот раскать. Знаешь, что нам надо зайти в зал трехпалубный. Похоже нам сюда. Подождите, а может быть патроны давайте посмотрим. Если тогда отсек... Ладно. Там что-то про отсек болтает между собой. А патронов-то и нету. Реально. Что там у меня? 131. Будем забивать тела эти. 70. Не, я думаю, где-то все-таки лодка это как вам. Патроны-то должны быть. О! Это стоял, дергался и умер, короче. Странный чувак. Дай-ка мы вот этого тоже. Ну им их по-моему по ногам надо мочить. Он там прячется. Да, наверху челика придется походу попозже. О, наконец. А, вот он. Фу. Круто, чё. Придется даже посидеть. Это досталось. И он подох. Странно. Звука нет, как будто не последняя. Либо мы того не добили еще наверху. Хотя он взорвался. Это щит. Анька, руби! Пойдет. Но с них много патронов падает на лансер. Стоять. Давай-ка мы сразу же повыше поднимемся. Вот так вот еще.
Понятия не имею, сколько их тут наверху. Нормально расковыряли их. Дизи, кажется, мы нашли его. Возвращаемся. Маркус, у меня эта штука бегает как новая. Глазом не успеешь моргнуть. А, забегает. У вас там все тихо? Ого, пока все хорошо. Так, берем его с помощью погрузчика, естественно. В принципе, в третьей части ничего такого прям, ну, особо не давали, кроме вот как погрузчиков таких. На первой там мы на этом полетали. Забыл, на... В общем, полетали. Больше было всяких нововведений. Здорово, там еще. Надо, походу, эту штуку сначала открыть, а потом уже подходить. Пин открывается. Эй-эй-эй. А-а-а-я. А, вот он, этот ротор. А чё я туда попёрся? Точно, мне сказали, круглая штука. Настроить микрофон. Ну да, я сейчас, в принципе, заканчиваю, я сделаю потише. Я уже который день пытаюсь микрофон настроить, а как-то не то. Отнесите микрофон на подводную лодку, блядь, микрофон. Отнесите ротор на подводную лодку. Нам сюда? Тут, скорее всего, короткий путь будет. И чё? Я понял. ОБ стоят фильтры. Не подходит. Надо что-то другое делать. В одно поудишился, не могу поймать это подходящего качества. Были бы еще фильтры в ОБС прикольнее, было бы нормально. Поднимет. Ладно. Там, ладно, соседнему тоже досталось. Все, понесли дальше. Я не совсем, короче, могу понять, где подходящие настройки все-таки крутить. В Adobe Audition или в OBS. Одно с другим как-то хреново работает. То эхо появляется, то какие-то фоновые шумы. Короче, жопа какая-то. Говорю, который день уже пытаюсь настроить микрофон, все как-то ничего не могу подходящего найти. Добрались наконец-то. Да, он подойдет, дай мне несколько минут.
Так, давай мы заправляемся патронами. Ходите за горючим, а я разберу вот это. Сейчас еще за горючкой хрен знает, куда идти. Ладно. Мы, короче говоря, сейчас закончим. Я попробую еще поднастроить микрофон. Если нет, тогда... Тогда, короче говоря, завтра будем продолжать. Все. Всем спасибо за поддержку. Кто не подписывался на канал, подписывайтесь, лайки, коммент. Ну, все знают. Все, давайте, пока.